Кто последний? Эстония предлагает избавить украинцев от очередей. Об этом говорили на конференции в Киеве. Встреча общественных активистов, политиков и программистов получила название «Цифровая Украина. Опыт Эстонии». Балтийцы предложили ввести единую электронную базу для всех госорганов. Подобные реестры используют во всех странах ЕС. Таким образом, украинцы, не выходя из дома, смогут оплатить коммуналку, посмотреть, как учится ребенок или зарегистрировать свой бизнес. В Эстонии мы не ходим и оплачиваем, мы садимся на диван перед телевизором и заполняем свои налоговые декларации, переписываем машины, смотрим, как ребенок учится в школе. Я предлагаю Украине подумать о необходимости прозрачности своей государственной системы. Это не значит, что она непрозрачна, но из комментариев и вопросов я понял, что она организована достаточно сложно. Для нас сьогодні дуже важливо, що приїхали наші естонські партнери, це члени парламенту, але це саме ті люди, які розробили, а головне втілили, успішну модель обслуговування громадян, електронні сервіси, всі від уряду. Ми побачили цей досвід, він є найбільш успішним зараз в світі, оскільки він найголовніше спрощує життя людей у всіх питаннях. Дитячий садок безкоштовно і без черги на веб-ресурсі держави або в столиці стоїть. Будь ласка, реєструйтесь. Зареєструвати бізнес, вдумайтесь, один день.